сейчас прочитают, прочитают эксперты его трудность. А мы все... уже что мы показываем Алексея Бондаренко на перекладине, и, увы, небезошибочно уже исполнение вот, этой композиции. Вот перелет, это все ценится. Если, да. Вот сейчас он первый, второй, Ткачев, и третий, и четвертый. Ну, это фейерверк. Конечно, он за это набрал 0,5 надбавки сразу. Но при... но... хват жердей согнутыми руками, да? При всем при этом... ты заметил это как-то? Даст, даст некую сбавку. Вот, вот это итальянские обороты. Обидно, потому что красиво, потому что мощно, а... И рисково. То, что вы, Лидия Гавриловна, называете вредным судьей... Да. То... подлетит, посмотрит это все, да? Знаешь, я не видела вот начала, потому что была увлечена Гладуцковым, а вот всю часть вот эту... следующую он довольно хорошо пронес. И вот сейчас нос поднимает кверху, может, доволен сам. Сейчас посмотрим, как Алфосов его встретит. Тут ручку пожал. Ну, вроде как, хоть, ну, какой-то снаряд он должен хорошо сделать, совсем хорошо, вот как бы мог Бондаренко сделать, как ему это положено природой, тренировкой, всем. Вот это фейерверк показывает этих перелетов. Ткачев он называется. А вот это уже с поворота, по-моему, делал. Вот такая серия прямых соединений, конечно, сразу несет надбавку, потому что каждый следующий элемент повышается в трудности уже. Большие обороты, поворот на 180 и уже обороты вперед. Сейчас он, наверное, сделает, а уже не показали. И соскок, сальто с двумя винтами.